Что мы сейчас будем делать? Сейчас мы будем проверять держание позиции. GPS показал, что спутники нашлись. И проверим вообще, как оно работает, хотя бы разок. Как оно работает, давай. Это страшная вещь. Борисов, отходи, будешь солнце снимать, как ты будешь? Нормально снимаю. Пилот ушел. Оператор может кончить плачевно. Оператор не ссыт. Очень опасный склон, но я не ссу. Аккумулятор на пределе. Ну-ка попробуем включить сейчас удержание. Какое тут удержание у ветра? Как он сосредоточен. Это то, что мы падаем? Твою мать, я опять это не снял. Че, на тебе смс-ка пришла? Конечно, я сосредоточен. Короче, боюсь, не удастся нам попробовать удержать позицию. Да не бойся, вы уже не удержали. Все, аккумулятор сел. Засим мы выключаемся. И идем ломать самолет. И идем, да, запускать.